Сегодня у нас Mitsubishi Delica, немножко переделанная подвеска, увеличенные ходы. Сейчас вкратце расскажем, что делалось. Так, ну, в общем, переделали обратно ходовку, как была. То есть изначально стояли поджеровские клюшки, и эти клюшки как бы не давали друг другу вывесить мост. То есть мост не вывешивался должным образом. Сейчас мы что сделали? Мы вот эти вот клюшки, вот эти вот самые, вот они стоят. То есть они должны стоять на двух сайлентблоках. Сюда вот стоит. Вот, сейчас она осталась с одним сайлентблоком. То есть мы что сделали? Мы вот эти задние, они вот в этом месте стояли, мы их отрезали, сделали клюшки с одним сайлентблоком и вернули обратно родные реактивные тяги. Единственное, что сделали, это крепление под реактивные тяги увеличили ровно в два раза. Почему? Потому что лифт 4 дюйма стоит. То есть стоял, сейчас он стоит за счет пружин, то, что они перенесены на мост. То есть, по сути, мы вернули обратно деликовскую ходовку, но с переносом пружин на мост. Была поджеровская, да? Да, была поджеровская стояла. То есть просто клюшки, трехрычажная система была. Сейчас опять пятирычажная. В итоге был произведен тест-драйв в этой самой песочнице на поджеровской ходовке. Вы видели, какие там ходы были, как машина вставала в дыбы. Сейчас будет проведен тот же самый тест-драйв по той же самой трассе, но уже с переделанной ходовкой. То есть сейчас машина вывешивается вот так, как сейчас стоит. Но это не предел, ее можно еще больше. Но уже страшно, то есть это реально страшно сидеть, как будто перевернуться хочет. Плюс еще амортизаторы крепления нижние перенеслись. Да, мы их переделали пониже. Почему? Потому что они были выше на 5 сантиметров, но при этом начинала вылетать пружина. Колхоз в виде тросиков, там всяких ограничителей, этого делаться не хочется. Вот здесь вот это не проставка, это просто ободок сделан для того, чтобы пружина не вылетала. Вот. Но вот этот ободок я планирую еще немножко на 2 сантиметра увеличить на всякий случай. Вот. Амортизаторы перенесены вниз, чтобы ограничить ход, чтобы пружина не вываливалась. Хотя можно сделать, чтобы она еще больше ходы у них была. Но я думаю, этого достаточно будет. По крайней мере, это лучше, чем было. И еще один нюанс заметил. На поджеровской ходовке машина зад проходил жестко. На деликовской, на родной, с пятирычажной системой, он сейчас мягенько идет. То есть я доволен пока переделкой. Но будем смотреть, пробовать. Сейчас со стороны покажем. Такие вот хода у Делики. Довольно-таки серьезные. Здесь почти брызговик начинает уже касаться. Так, ну а сейчас проверим переделанную ходовку песочницы.
вообще спокойно идет. Ходы подвески. Крыша на уровне моих ног, горочка. Спускаемся с такой горочки. В соревнованиях. Вот смотрите, рычаги, вот эти реактивные тяги, они выворачиваются. На меня посиди. На руки. Они вот так выворачиваются, ходят, но они ходят на сайлентблоках. То есть они и должны так работать в родной ходовке. Длины рычагов хватает. То есть поджеровские клюшки, они на самом деле на 75 сантиметров, 75 миллиметров получается, 750. Родные далековские 65, ой, 60 ровно. На 15 сантиметров получается клюшки удлинились. Но я думаю, это только плюс будет ходовке. Диагоналочка будет, посмотрим. О, поймал.